Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 22 ноября. Время 5 часов 9 минут. Полчаса назад был закат. И температура воздуха сейчас около 14 градусов. Днем было тепло, до 18-20. Море подуспокоилось по сравнению со вчерашним, но по-прежнему мутное. Погода целый день была замечательная. Люди гуляют до сих пор, провожают закат. А кто-то даже вот рыбачит. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!